Сергей Михалков. Рисунок. Я карандаш с бумагой взял, нарисовал дорогу. На ней быка нарисовал, а рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек, как будто яблоки висят, и дождик их не мочит. Я сделал розовым быка, оранжевой дорогу. Потом над ними облака подрисовал немного. И эти тучи я потом проткнул стрелой. Так надо, чтоб на рисунке вышел гром и молния над садом. Я черным точки зачеркнул, и означало это, как будто ветер вдруг подул, и яблок больше нету. Еще я дождик удлинил, он сразу в сад ворвался, но не хватило мне чернил, и карандаш сломался. И я поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол, хотя он плохо вышел.